Активная фаза международных учений «Защитники дружбы-2019» с участием египетских, белорусских и российских десантников прошла в Рязанской области. Началась она с погрузки и десантирования участников. Десантники отработали вопросы по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований. Всего в учениях приняло участие более 1000 военнослужащих от трех стран. Около 650 человек с российской стороны. От вооруженных сил Египта участвовали более 150 человек. И от Белоруссии до 250 военнослужащих, а также более 100 единиц боевой и автомобильной техники. За все три этапа учений командование стран-участниц из Египта и Белоруссии познакомились с учебно-материальной базой подготовки российских десантников. В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Василия Маргелова. Данное полковое учение является одним из этапов боевой учебы войск и потребовал отличного состава высокого уровня подготовки.